Этикет для неглиже. Его мало кто видит, но оно способно изрядно подмочить репутацию. Чтобы не потерпеть модное фиаско, прислушиваемся к совету стилиста. Белый, черный и бежевый – это то, что должно быть у каждой девушки. Все остальные виды бюстгальтеров по цвету, например, синий бюстгальтер очень хорошо идет к черным вещам. И наоборот, черный к темно-синим. Например, если мы надеваем розовый бюстгальтер, он очень будет хорошо смотреться с вещами цвета фуксии, с сиреневыми вещами, с вещами малиновых оттенков. Красный бюстгальтер очень контрастно будет смотреться на зеленых вещах. Роскошный и вызывающий кружевной бюстгальтер понравится не только вам, но и вашему мужчине. Правда, такое белье лучше приберечь для особых случаев. Неуместное сочетание с одеждой может создать о вас не очень приятное впечатление. Например, вам предстоит официальная встреча, значит, лямки бюстгальтера должны быть спрятаны. Неприемлемое кружево, которое так и норовит выглянуть из глубокого декольте. Но есть и исключения. Например, красный кружевной бюстгальтер эффектно спрячется в многослойном образе или под пиджаком. И в глаза не бросается, и секретное оружие при вас. Существует такое правило, что красное белье очень хорошо воздействует на энергетику женщины. И когда вы себя не очень хорошо чувствуете, и вы надеваете красное белье, ваше самочувствие улучшается. При использовании прозрачных блузок, белых, бежевых или кофейного оттенка надеваем бюстгальтер телесного цвета. Причем такое белье стоит подбирать в тон кожи. Предпочтительны базовые модели. Кружево под облегающей тканью выглядит несимпатично. Бугры и вмятины портят форму бюста. Если блузка содержит какие-то детали другого цвета, например, черного, это может быть воротничок или манжеты, соответственно, мы можем использовать бюстгальтер черного цвета. Это будет специальный эффект, который мы производим. Этим эффектом как раз пользуются француженки. Периодически мода предлагает нам сочетать несочетаемое. Тогда и можно нарушать правила в духе тренда. Под одежду с открытыми плечами надеваем бюстгальтер формы бандо или, в крайнем случае, с силиконовыми матовыми бретелями. А вот платье с открытой спиной диктует свои правила. Здесь мы используем либо бюстгальтер, у которого застежка смещена на бок, и, соответственно, используются такие силиконовые полосочки, которые практически, особенно при вечернем освещении, незаметны. Если же вам это тоже кажется не очень удобно, то тогда мы выбираем платье уже со вставленными чашечками, и, соответственно, бюстгальтер нам не нужен. Либо покупаем силиконовые накладки на грудь. Для занятия спортом выбираем бюстгальтеры с мягким каркасом или топы со специальными вкладками. Они незаменимы во всех физических нагрузках. Такие модели помогают удержать грудь, предохраняют от растяжек и обеспечивают максимальный комфорт. Не зацикливайтесь только на базовых универсальных комплектах. Все-таки бельевой гардероб должен приносить радость.